вязать потом ничего. Вот, что еще? Ну, напоследок можно спросить, что вот, как сильно, вот, не знаю, помогает то, что вы рядом с ним? Как бы, опять же, видите, здесь удается мало общаться, да? Но он-то вот, знает, что мы здесь, на трибуне. Он-то все время говорит о том, что как бы этот... Я думаю, что... Мама с папой. Нет, мы, это сам, он всегда говорит, что хорошо, что вот мои родители вот на трибуне, мне это очень помогает. Он всегда об этом говорит. Он видит вас вообще глазами со льда? Вы знаете, где он сидит? Или... Ну, когда Саша Вовечкина смотрит и нас видит. Да? Нет. Да, неужели он конечно, будет... ему не до этого. Я когда вот третий раз спрашивал, он говорит, да я даже не слышу на этих шум зрителей. А бывают игроки, кто-то машет. Нормально, да? Кто-то там машет, кто-то не машет, кто-то вообще даже не обращает внимания. Это же игра, они все кипят. Но он очень сосредоточен, да, вот да, видно, да, что... Они все да так все, должны я думаю, быть, конечно. Все. Так что ему зачем на трибуне обращать внимание? Момент, знаете, какой меня поразил после вчерашнего матча, там вроде бы выиграли 5-2, он там 3 очка набрал. Он проходит через миг-зону, он прям просит пресс-старша, выведи меня. То есть видно, что он настолько выложился полностью, что уже даже на интервью нет слов. То есть он такой реально вот был вымотан этим, этой игрой. Еще это, так он и перед игрой видно было, что... Разница, акклиматизация, да, вот это? Разница еще во времени такая, это видно уже, это устаешь, еще не готов на 100%. Ну да, хорошо. Спасибо вам огромное, что вы нам подарили такого Женю, за которого мы очень все болеем, все очень любим. И... Удачи всем нам здесь. Спасибо, спасибо большое. Вам большое.